Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня я снова рисую горы, но таких, по-моему, на моем канале еще не было. Меня вдохновили фотографии Аризоны, которые я нашла в интернете. Собственно, как всегда, референсы я ищу именно там. Рисовать буду акрилом, а подробный список материалов, как всегда, ищите в описании под видео. У меня сегодня формат А3. Я снимала этот ролик, когда еще сидела в самоизоляции, и холсты дома у меня закончились, я не могла их, к сожалению, нигде купить, поэтому в расход пошли старые альбомы для рисования. И еще, так как формат достаточно большой, он не влезал у меня в кадр, пришлось снимать на широкоугольную камеру, и из-за этого вам будут плохо видны детали работы, потому что я так считаю, что эта камера сглаживает слегка переходы, не дает сильной резкости, но я думаю, все равно в основном будет все понятно. Начинаю, как всегда, с неба, с помощью плоской синтетической кисти, синего, небесно-голубого и белого цветов, сделала такой полуградиент. Местами я специально оставляла белые мазки, они будут имитировать облака. Дальше понадобилась круглая синтетическая кисть, также достаточно крупная. И с помощью черного цвета я нанесла силуэт гор и затем полностью закрасила их черным. Если вы смотрели мой курс «Такие разные горы», первый и второй уроки, то вы знаете, по какому принципу примерно я работаю, когда рисую подобные пейзажи. Снизу я стала добавлять такой светло-коричневый цвет, смешивала его прямо с черным на бумаге. Теперь умбру жженую с капелькой коричневой краски смешиваем на палитре и кончиком кисти начинаем добавлять рельеф горам, где-то их осветлять. Будем постепенно переходить от более темных оттенков к более светлым. Ну, собственно, как всегда, когда я рисую горы. Возможно, вам будет проще ориентироваться на готовую работу в верхнем углу. Я специально оставлю ее на время всего видео. Так как я уже сказала, широкоугольная камера плохо передает резкость, и оттенки могут сливаться. Теперь можно взять немного охры и смешать ее с умброй жженой, получить еще более светлый оттенок и продолжить наносить. У меня это с левой стороны от гор мазки. И причем здесь в основном я все штрихи наношу сверху вниз такими перпендикулярными линиями, практически все. Это связано с тем, что мне надо передать характер гор.
Дальше можно смешать охру с красным цветом. И продолжаем добавлять цвета горам. Они будут такие кирпично-красные. Можно также еще использовать оранжевый цвет. Но, думаю, вы поняли принцип. Переходим к более светлым оттенкам. И закончить можно, например, светло-желтым. Собственно, на этом работа просто повторяется, этот этап нанесения более светлых оттенков, но не забывайте, что вы в любой момент можете вернуться к началу, взять черный или темно-коричневый цвет и где-то затемнить, если пересветлили по случайности. Ничего сложного, просто займет это какое-то время. Также могу посоветовать использовать уже кисточку круглую размер 2, например, или единичку, чтобы проработать какие-то более мелкие детали. Но так как я рисую на достаточно большом формате, честно говоря, по поводу деталей особо не заморачивалась. Еще я добавила совсем немного темно-зеленого цвета с правой стороны гор, как будто бы там есть остатки какой-то растительности. Завершающий этап – это немного кактусов на переднем плане, которые выглядывают вот так с нижней части работы. С ними все просто. Я использовала вновь круглые синтетические кисточки. Сначала темно-зеленым цветом нанесла основу, а потом с помощью кисти поменьше осветляла их с левой стороны. Можно использовать оттенки зеленого, желтого, смешать белый с зеленым. И по желанию некоторые кактусы можно украсить какими-то такими цветочками белыми. В общем, не забывайте, что вы можете добавлять сколь угодно деталей по вашему желанию, как-то изменять работу под себя.
конце остается аккуратно снять скотч, если он у вас был. И такая работа получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм. Выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!